искусство из мусора. Несколько гаитянских художников создают скульптуры из того, что другие выбрасывают, и преуспели в этом. Свои яркие скульптуры эти ребята создают из ржавых деталей автомобилей, выброшенных игрушек и даже человеческих черепов. Причем эти не всегда хорошо пахнущие произведения уже неоднократно выставлялись в Париже, Лондоне, Лос-Анджелесе. А некоторые работы даже приобретены музеями, например, в Майами. Однако любовь публики денег особо не прибавляет. Художники как жили, так и живут в трущобах среди таких же, как они, бедняков. Я работаю в мусоре. Высший шик для гаитян, как-то так. Известность для меня сейчас ничего не значит. Я ищу хоть какие-то деньги. Представьте себе, здесь я очень знаменит, но посмотрите на мою студию. Это же смешно.